Was? At weeks here in Paris, Beirut, Baghdad, Tunis, Bamako, and elsewhere. Ladies and gentlemen, may I ask you to rise and observe a moment of silence in honor of the victims? Merci and thank you. Уважаемый господин председатель, уважаемый участник конференции, в начале своего выступления хотел бы еще раз выразить соболезнования народу Франции в связи с прошедшим террористическим актом, жертвами среди граждан Франции. Считаем, что все акты терроризма являются преступными и не имеют оправдания, независимо от их мотивизации. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы собрались здесь с важной целью договориться, каким образом мы будем решать проблему изменения климата, которая стала глобальным вызовом устойчивому развитию всего человечества. Негативные последствия изменения климата не обошли стороной и нашу страну. Как никогда прежде у нас растут засушливые годы, растет число заболеваний населения в связи с изменением климата. Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников, которые являются зоной формирования пресной воды в Центральной Азии. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может в среднем сократиться на 30-40%, вследствие чего водность рек Центральной Азии может уменьшиться на 25-35%. А к 2100 году ледники Кыргызстана вообще могут исчезнуть с карты Земли. Поэтому наша страна проводит, конечно же, активную работу по интегрированию вопросов изменения климата в стратегические программы развития нашей страны. Так, в Национальную стратегию по устойчивому развитию включены вопросы низкоуглеродного и зеленого развития, принято приоритетное направление адаптации к изменению климата.
Объем выбросов парниковых газов в атмосферу у нас в Кыргызстане в среднем 3 раза меньше, чем мировые показатели. Но мы все равно запланировали и реализуем следующие меры по митигации. Это первое – исполнение добровольных обязательств в рамках Копенгагенских договоренностей, внедрение принципов зеленой экономики, которые включают в том числе внедрение и использование современных технологий по сокращению выбросов при использовании теплоэлектростанций страны, переход от традиционных источников энергии к возобновляемым видам, а также к ресурсосбережению. В этом плане мы хотим максимально использовать свой гидроэнергетический потенциал. Убеждены, что развитие гидроэнергетики в горных странах является важнейшим направлением для устойчивого развития и значительного снижения экологически вредных промышленных выбросов. И это положительно скажется во всем мире. В то же время хочу открыто сказать, что мы вынуждены разрабатывать угольные месторождения, чтобы обеспечить теплом населения Кыргызстана в зимние периоды. Но наши обязательства, конечно же, учитывают наши планы по использованию угольных месторождений и строительству новых теплоэлектроцентралей. Кроме этого, мы предлагаем реализовать следующие меры на национальном и региональном уровнях. Это восстановление и сохранение горных экологических систем, в том числе лесов, рациональное использование водных ресурсов и внедрение технологий водосбережения. В этом плане представляется важным внедрение принципа водного отпечатка или так называемой концепции виртуальной воды в Центральной Азии. Внедрение систем раннего оповещения и повышение готовности как государства, так и населения к реагированию на природные катаклизмы из-за изменения климата. Меры по охране здоровья населения в связи с глобальным потеплением. Улучшение инфраструктуры в городах и сельской местности. Уважаемые дамы и господа, Кыргызстан, осознавая естественную взаимосвязь между окружающей средой, изменением климата и целями устойчивого развития, выступает за адекватный и справедливый учет интересов развивающихся стран при согласовании дальнейших действий на глобальном уровне. Считаем, что в архитектурных глобальных соглашений должны быть превалировать договоренности с четкими целями, с четкими индикаторами и ответственности всех государств перед мировым сообществом, перед будущими поколениями. В этой связи, конечно же, мы призываем все-таки пойти на уступки друг другу, но все-таки принять сегодня в течение этой конференции, в течение 10-11 дней, принять новое климатическое соглашение, которое должно стать реальным инструментом как предотвращения дальнейших негативных последствий влияния человеческой деятельности на климат, так и стимулирования процесса адаптации населения Земли к изменению климата. Мы все в ответственности за будущее Земли, за будущее наших поколений, наших потомков. Благодарю за внимание.